Дорогие мальчики, часто можно услышать о том, что в нашем обществе матриджам уделяется недостаточно внимания, что они как-то притесняются, то на киртами потеснят, то еще где-то. Предлагаю, пока братцы грузят машину, есть возможность помыть кухню и алтарь будет. Кто хочет помочь сегодня с алтарной и кухней, также это правда, тоже могут. Поднимите руку, кто поможет на кухне. Очень хорошо, очень хорошо. Две матриджи всего лишь. Три. А вы, а у меня 18, и мы не можем вас пригласить. Только с родителями я спешу.